Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Аншенской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TC-контроллеры, TC-охладители, отдельные драйверы, индуктор-комплекты, светодиодные связанные продукты и так далее. Продукция в основе используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Удобно посмотреть. В коробке конденсаторов есть упадины и обои. Можно защитить от сгорения. Величиной, как бумага формата H4. Хоть бы и подать с неба в пол, коробка и внутренние конденсаторы не будут быть поломанными. Хорошее сопротивление. Если взрослый человек топтает коробку, коробка остается целым без поломки. Хорошая герметичность. Пусть мы покачиваем коробку с силой или проверять про силу магнитного протяжения. Внутренние компоненты не текут из коробки. Вершина. Боковая поверхность. Дно. Логотип компании 128 малых независимых клеток. Этикетки на клетках очень ясно. Если вас интересует наша продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый www.analogtechnologies.com.au. Второй www.analogti.com. Вам тоже позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!